Внимание! Специальное предложение только одного дня на телеканале Shop & Show. Самая выгодная и безумно теплая хитовая покупка. 1999 рублей. Помните, да? Сарафан «Тонкий стан». Говорящее название, несмотря на то, что безумно теплый и приятный. Так и практичным ощущением. Ну, а я хочу сказать, Олечка, что сарафан не только теплый и приятный. Во-первых, это еще стильная трендовая модель этого сезона. Это раз. Во-вторых, мы говорим сейчас о действительно уже культовом. Это хит наших продаж. И это предложение от бренда «Заря». Вот когда я говорю слово «Заря», многие женщины сразу начинают быстро звонить в колл-центр, потому что многие наши мамы, бабушки уже знакомы с этой продукцией. Да, «Заря» популярна на нашем телеканале среди наших телезрительниц. Ну, давай поймем, почему. Почему «Заря» так согревает нас? Несомненно, это качество. И сейчас мы будем говорить с вами о вязаном сарафане. Вязаные вещи всегда согревают женщину, особенно зимой. Но обрати внимание на наше вязаное полотно. Во-первых, это меланж. Меланжированное вязаное полотно – это более трудоемкий и затратный процесс. Ну, а если говорить о качестве и о тепловых свойствах нашего тонкого стана, то могу тебе сказать, что это пан. А 100-процентный пан уже поистине занимает лидирующие позиции и начинает вытеснять натуральную шерсть. Потому что он мягкий, многие аллергики просто шерсть не носят. Вот, то есть если у вас аллергия, заказывайте теплый стан, он и согреет, и больше вас не сделает. Потому что когда мы заказываем вязаные изделия, надеваем на себя, мы сразу предполагаем, что прибавимся в объеме. В данном случае прибавки не случится. Скажи, пожалуйста, как правильно выбрать размер? То, что касается размеров, мы лучше сейчас посмотрим на подиум. Вас ждет наша Ольга. И это еще раз доказывает, что наш сарафан «Тонкий стан» сделает вашу талию более тонкой и изящный. Смотри, Оль, у сарафана есть одно еще очень важное преимущество. И речь пойдет не только в вязаном полотне, сколько в фасоне. Ты обратила внимание, что у сарафана широкие лямки на линии плеча. Именно благодаря этому сарафан можно носить с любыми блузами, рубашками. И за счет широких лямок сарафан моделирует линию плеча, и женщина становится изящнее. То, что касается тонкого стана. Мне очень нравится, что наш сарафан приталенный. А это значит, что он моделирует женскую фигуру. И слегка расширенная область юбки моделирует бедра и делает фигуру пропорциональной. Невероятно стройно смотрится наша модель. Если вы тоже хотите постройнеть даже в теплом изделии, звоните к нам. Ведь сегодня действует цена только сегодня. 1999 рублей. Это цена с максимальной скидкой. И не забывайте про бесплатную доставку. Сегодня, Света, бесплатная доставка от 2900 рублей. Прекрасно. В преддверии Нового года я могу сказать, что это отличный подарок для своих близких, или он придет к вам на Рождество. Но давайте дальше продолжать знакомство с нашим сарафаном. Олечка, ты знаешь, я убеждаюсь уже не раз, что бренд «Заря» сегодня удивляет нас не только качеством полотна, которое будет согревать женщину в самые жуткие морозы, но этот сарафан выглядит очень эффектно. На самом деле это сарафан-платье. И здесь мы видим, что воротниковая зона очень красиво открывает линию шеи. Давайте посмотрим на Ольгу Грядунову. Наша модель Оля выбирает водолаз классических расцветок, а на Олечку я надела более яркую кружевную водолазку. Так вы можете пойти в гости к своим друзьям, даже на день рождения. Вот, понимаешь, да, что вроде бы праздничный образ, а с другой стороны теплый. Вот то, что сейчас нам с вами нужно зимой, это согреться. Если вы предпочитаете платье, юбки откладывать в долгий ящик для того, чтобы надеть их только летом, это неправильно, друзья. Вот есть, например, теплый сарафанчик, который делает нас женственными, который нас в том числе и согревает. И сегодня он по самой доступной цене. Света, я хочу тебя спросить, вот как ухаживать за нашим сарафаном, чтобы он не растянулся, форму не потерял? Ты знаешь, это очень хороший вопрос, но я могу напомнить, что бренд «Заря» очень качественно подходит к созданию именно вязаной одежды. Представьте себе, по лекалам вначале вывязывались все детали этого сарафана. Мы говорим даже про аксессуары и украшения. После этого, Олечка, когда уже вязаное полотно было готово, отдельные детали нашего сарафана проходили специальную обработку. Выпаривание, вылеживание, а это уже 100-процентная гарантия, что наш сарафан уже изначально готов к носке и стирке в домашних условиях. То есть можно Конечно. Стирать дома в домашних условиях, на газетке не раскладывать. Ура, 21 век! 1999 рублей. Ваша стройная фигура, ваше тепло, значит, и ваше здоровье. И невероятное предложение по цене. Это брендовый сарафан.
тонкий стан сегодня со скидкой в 1000 рублей. Уже заказали 13 человек. Ну, а я хочу сказать, что у нас на сарафане есть еще карманы. Я знаю, что Олечка наша Гридунова очень любит вместительные функциональные карманы. И наша модель Оля сейчас их продемонстрировала. Кстати, то, что касается качества, я хочу показать вам еще несколько деталей, на которые, возможно, вы никогда не обращали внимания. Оль, смотри, зона проймы у нас очень хорошо оформлена трикотажным вискозным полотном. Это некий фундамент, который позволяет сарафану не потерять свою форму. Вот посмотри, я вытягиваю его, а наша подкладочная ткань не дает этого сделать. Это двойная обтачка. Внутри у нас флизелиновая ткань. А какие здесь швы, ты заметила? Слушай, ну действительно качество, действительно бренд. Ты знаешь, а вот эта область, как называется вот это вот где вот подмышечная? Область проймы. Проймы, да. Вот область проймы у меня очень часто, она выходит из строя, она начинает танцевать, вот, деформироваться. То есть здесь такого не произойдет, нет, конечно. Да? Это касается еще и зоны воротниковой. Здесь мы тоже видим обработку из трикотажно-вискозного полотна, которая, кстати, служит еще таким неким аксессуаром. Ну и плюс как паты. Украшение такое. Как украшение, очень стильное решение. А я как стилист могу напомнить вам, что в таком сарафане вы можете ходить на работу. Выбирайте блузы рубашечного кроя, шифоновые блузы с бантом. Украшайте себя. Ну и, конечно же, утепляйтесь в преддверии Нового года. Это отличный подарок себе и вашим близким. Экономьте, ведь сегодня заказывая и сарафан, который является специальным предложением только одного дня, и самой выгодной покупкой, и еще и водолазку, вы можете сэкономить на бесплатной доставке. Сегодня бесплатная доставка от 2900 рублей, не забывайте. Лучше выбирать сарафан размер в размер. Наша модель Ольга носит 54, выбирает 54. Оля Гридунова носит размер 50, 48, выбирает 50. Поэтому, если у вас тоже двухмерная размерная линейка российская, лучше выбирать в сторону большего. Выбирайте модные, стильные, теплые, согревающие изделия на телеканале Shop & Show. Это бренд. Но если вы никогда не делали покупок на телеканале, начните со специального теплого предложения.